Всем привет, ребята! Сегодня мы снова очищаем остров и спасаем. Слишком много мусора. Нужен налоговый токен. Возьмите налоговый токен из налогового автомата. О, что-то новенькое. Так, у меня только нету. Да. Да. Он будет помогать мне во всем, в чем я нуждаюсь. Сейчас я нуждаюсь в очистке автомата. Да, понимаю. Просто я не хочу это все переводить дословно. Это слишком долго. Что это болело? О, киян чернил. О, привет. Это ж муравьед. Привет, муравьед. О, муравушки тут заходили. Он забился. Опять забился. Так, автомат дай-ка мне. Один, ну. Ну что ли? Вот так вот. И он отправляется на космическую станцию, туда очищается. Да блин, я только что пел очень сложную песню, но отстаньте от меня. А, что это такое? Это типа грязь? Она настолько сильно, что аж мутирует. О, красная панда! Это, кстати, вымирающий вид. Мы вымирающие виды. Снова на остров. Поселяем. Да, я говорю, отрывисто, отстаньте от меня. Что вы еще ожидаете? Как там мусор под корнями. А вообще, как корни касаются земли, если они как бы... Блин, это выкорчеванная пальма. Видите? Корни тут как бы касаются земли и питательные вещества забираются из земли. Но как бы дерево само, оно чуть-чуть выкорчеванное. Обалдеть! Вот это сколько мусора. Так, налоговый токен мне пригодился как раз. Так, я бы еще... А, это купить. Я подумал, что надо еще покормить всех существ. Всех животных. О, отлично, отлично. Так, они едят бамбук. Но логично, это ж панда. Муравьев боится муравьев. Что такое? Это очень странное что-то. Смотрите, а на том острове вроде что-то видеть. Так, что мне сейчас нужно? Нам нужно выломать эти камни. Но кто нам поможет, я хожу. Так, объелся муравьедик. Где ты? Ну-ка, ешь. Какая милая пухляшка. Так, идем зачищать копылки. Я Визго Гейм. Расхититель копилок. Дублон. Ага, спасибо, что очистили меня. Теперь введите пин-код. Так. Пин-код вы мой не видели? Он супер сложный. Он нереально сложный. Его никто не отгадает никогда. Так. Банки еще. Да, отстаньте от меня. Окей, ладно.
Так. Но, блин, от меня упрыгивает монетка. Даже монетка от меня уходит. Всем привет, ребят. О, да. Отлично. Мы спасли этот, блин, сзади меня еще грязная пальма. В меня еще и влюбились эти пандочки. Так, муравьед один не отъелся еще. Крабика надо бы тоже. Теперь за мной ходят эти милахи. Так, что тут? Угу. Мы можем посмотреть тут характеристики, что он ведет. Красная панда. Есть бамбук. И типа боится муравьедов или что? Можно не хором? О, спасибо. Муравьедик. Муравьеда забыл. Ну привет. Какой у тебя нос. Так, крабики, крабики, быстро. Пытаются. Давай деньги. Деньги давай. Какой счастливый краб. Да блин. Напугал. Муравьедик. Отлично. Тихо. Мне никто не влезает. Да, наконец-то. Не прошло и ползаписи. Оу, банкомат сейчас ловит твои пушечки. Максимальные. У меня все забито монетами. О, да, это было приятным. Так, мне капнул один рублон на счет. А, это море шумит. Я так думал. У кого в животе? Я тут всех накормил. А теперь пойдем. Так, у меня лаганула игра. Пойдем открывать новую местность. Давай. Но блин, я же нажал. Вы действительно хотите купить эту местность? Наслаждайтесь временами территории. А я улетаю. Ну давай, пока. Воу, тут носороги будут. Какая величественная скала. И там монетка. Погодите, это не монетка. Ага, сможешь ли ты, говорит, вернуть этих могущественных существ, носорогов? И скорее всего, носорог разобьет эти глыбы. А теперь понятно. Да блин, что началось-то? Чертовщина. Да блин. Быстрая уборочка, это, конечно, весело, но... Однако... Да наконец-то очистилось. А зачем очищать эти камни, если они как бы все равно никакого прогресса не несут? Ну, что тут? Ого! Нам нужно посадить семечко. И тогда к нам придет какое-то животное. Зайди в магазин Fitbit и купи у него семена онлайн. Ого, онлайн-магазин тут появился. Здорово, Пигги. Мое имя Пигги. Добро пожаловать в мой магазин. Ты хочешь носорожью ягоду? Ну что ж, эти семена у меня есть. Я как бы пытаюсь и переводить, и озвучивать персонажа, но у меня не получается. О, сейчас почтальон доставит. Delivery bot. Посмотрите на небо. И с магазина Пигби отправляется бот-доставщик. Ну давай. Ага, нужно подойти к нему. Замечательно, теперь ты можешь посадить эти семена.
Да, я знаю. Ага, полейте. Польем. Замечательная работа. А теперь наблюдайте, как... Блин. Ты издеваешься. Короче, а теперь наблюдайте, как... Носорожья ягода растет. Так, мне понадобится еще одна штучка. Смотрите, сколько тут много разных семян. Ну-ка. Дай мне мою посылочку. Ну дай. Ну, Вася. Жадный бот. Отлично. Зеленые пальчики. Это что? Посмотри сюда. Найдено мое потерянное яйцо. Теперь собери все и я буду благодарен. Ну ладно, что. Попробую. Я еще вроде где-то видел такую штуку. Да блин. Самый нелепый. Ну-ка. О, смотрите, у моего трансплантера даже есть режимы. Тут, когда я всасываю, у него идет режим вот такой вот. Режим уборки. Тут водички, водички мало. Чтобы все отмыть, все почистить. О, а вот и носорожья ягода. Какая она прикольная. Ну-ка. Водичка, водичка. Почистим. И на логовик, как обычно, урвал свое. Так, очистим трэш-автомат. Теперь мы сможем вот это играть. Да. Вот бы за мусор давали монетки. Это вообще огонь было бы. Прикиньте, улицы бы 100% не были бы грязными, потому что любой мусор стоит какую-то там копеечку. Это было бы круто. Ой-ой-ой-ой-ой, да блин, не надо, не надо загрязнять, дядя. Так, надо еще семена полить и очистить пальму. Пальмочка готова, теперь польем семечко. О, ну, я надеюсь, вы готовы к приходу носорога, этого могучего, этого огромного. Какие же для него ягоды нужны. Так, наберем еще воды, на всякий случай. Воды у меня не бывает. О, смотрите, за мной капельки прям летают. О, к нам пришел носорог. Отлично. О, сразу добну. Вау, это трехрогий. В общем, носороги вновь вернулись на этот остров. Вы можете... Используйте свой трэш-бластер, чтобы покормить его. Соберите носорожьи ягоды. Так, я хотел скинуть монетки. И вот носорожье, как неплохо было. Что ж, привет, носорожище. Ой, он насторожился. Ага, он говорит, типа... Нужно кормить его издалека. Прям в нос ему. Вот и будет. Какой милый носорожек. Прям как собака клянчит еду. Ну-ка, сколько тебе нужно? А тебе совсем мало нужно. 3 ягодки и все. И зачем я для тебя выращиваю так много деревьев? Точнее, кустов, ягод. Да, теперь у нас есть дружок носорожек. Замечательно, теперь у тебя есть новый друг. Я могу залезть на него. Я могу покататься на носороге. Но это уже будет так. Ванночка. Ой-ой-ой, у меня все забито. Давай, забираем мусор, мусор. Мусорить мне тут. А теперь попробуем залезть на него.
Так, тут больше ничего нет, да? Я надеюсь на это. Очень сильно надеюсь. Отлично. Ну-ка. Он рушит как динозавр. Посмотрите на иконку носорога на вашем браслете. А-а-а, круто! Первый друг в достижении. Он топает и создает музыку. Крабыще мытесь. Идет зверь. О, привет. А это не ты меня случайно заблокировал? Литерба. Это грязный жук. Грязнюк. Он украл монетку. А ну верни, скотина. Эй. Святое Нетрош! Нетрош, гадина! Изыди! Когда он получил монетку, он, короче, так счастлив, что взрывается. О, сейчас он взорвется! Крепись! А трэш-автомат все равно счастлив. Прикинь. Ну, в общем, на этом мы будем заканчивать. Чем чище остров, тем больше грязняков, да? О, ну что ж, на этом мы будем заканчивать. Ставьте лайки. Господи, как тут грязно. Вот это мне убираться и убираться. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, обязательно. Не-н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 е
общем, мы на этой ноте. Всем пока. И к нам пришел хамелеон. Это прикольно. Какие у него глаза прикольные. Он большой.